В Ульяновской области завершается процесс формирования регионального бюджета на ближайшие 3 года. Сейчас задачей номер один является полное исключение из него неэффективных расходов. Расходы на уплату процентов по неисполненным обязательствам, штрафов, пени. И исключить расходы на, так скажем, приобретение непервоочередных товаров, работ и услуг. Исключить завышение цен и тарифов. Для этого в регионе сформирован целый ряд инструментов. Среди таких инструментов – комиссия по оценке результативности деятельности учреждений бюджетной сферы. Рабочая группа анализирует точечно. А для подсчетов выработана специальная методика с использованием экономических формул. Так, на заседании проектного комитета по повышению эффективности бюджетных расходов комиссия озвучила цифры. За последний год в общей сложности сумма неэффективных расходов составила почти 203 тысячи рублей. Однако о конечном по счете пока говорить рано. Мы посчитали базовые расходы, неэффективные, которые мы посчитали по соответствующей методике. И первая отсечка о реализации этого проекта будет в феврале 2018 года, когда мы посчитаем итоги и объем неэффективных расходов, которые произойдут в 2017 году, сравним их с неэффективными расходами базового периода 2016 года. В октябре проект бюджета Ульяновской области на 2018 и плановый период 2019-2020 годов вынесут на рассмотрение в правительство для утверждения. Если необходимо, внесут поправки и отдадут на доработку. Затем с главным финансовым документом региона ознакомится профильный комитет областного законодательного собрания. Рената Алиулова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.